Мы с вами приехали в одно очень интересное местечко, которое называется Замок Качина. Находится он недалеко от Кутной горы. И я вам честно хочу сказать, что второго такого места в Чехии, наверное, просто нет. Потому что данная дворцовая такая конструкция, она по сути очень напоминает русские усадьбы. Там, видимо, все итальянские мастера в то время забежали все в Россию и судорожно там что-то строили и зарабатывали деньги. Поэтому, наверное, подобных строений здесь очень мало. Напомнить, что по-чешски град – это замок, а замок – это дворец. Поэтому, в принципе, мы сейчас находимся с вами во дворце. Но я бы назвал это усадьбой, так, по старинке. Какие-то ностальгические нотки есть. Да, так ловишь, скажем. Себя на мысли, что хочется еще ко всей этой красоте добавить тройку с бубенцами. Да, с поющими цыганами. Ну да. Такой легкий какой-то романтик, навеянный нам из книг и каких-то фильмов о том времени. Были балы. Ну, не знаю, были или не были, но хотелось бы верить, что были. 100% были. 100%. С такой дорогой. С такой дорогой без балов, да. Это здание построено в начале 19 века. Строилось оно около 20 лет. Здесь находится много всяких различных интересных экспонатов, библиотека, в которой, по-моему, более 50 тысяч различных всевозможных старинных изданий. В общем, имеет смысл навестить. Находится всего в 10 километрах от Кутной горы. Так что, если поедете в Кутную гору, можете сюда еще и заехать посмотреть. И, ну что, это на восток от Праги, если не знаете. Все ссылочки я оставлю в описании к ролику, как обычно. Местоположение, место на карте, тра-ля-ля, сайтики. Все-таки, наверное, подъезд был отсюда, с главного входа. Оттуда барин подъезжал просто домой с работы. Хотя вот тут Таня подправила, что барин на работу, наверное, не ходил. Не барское это дело, на работу ходить. Ну, может, только русские бари не ходили на работу, а европейские ходили. Приехали в еще одно новое место, которое открыли для себя. Это такая вот башня
является рестораном очень неплохим, который находится на горе около Кутной горы. И с нее открывается прекрасный вид. Но, правда, мы еще там не были. Сейчас мы туда поднимемся и вам все покажем. Продолжаем покорять новые башни. Хорошо, что есть лифт. Хорошо, что есть лифт, да. Который вроде как едет. Вид отличный. К сожалению, солнышко светило со стороны Кутной горы, поэтому видно ничего не было. Город в тумане. Да. Мы там взяли. Кофе не берите. Отвратительный кофе. Но не знаю, может, к вашему приезду его наладят. А посмотреть на город и вообще на окрестности здесь даже очень... даже. Ну, вход платный. 60 крон за взрослого, 30 крон за ребенка. Да. Но все равно оно того стоит. Какие-то объекты для того, чтобы вам показать, потому что все внутри закрыто, все интерьеры, по причине того, что, ну, так принято у нас, да, у нас с 1 апреля только открываются все замки, дворцы и так далее для посещения, конец марта, 1 апреля, есть, которые действуют в течение всего года, но это, как правило, уже в центре города что-то и так далее, а вот такие интересные замки на природе, которые мы с вами посещаем, к сожалению, нет. Не исключение и тот, вот, который мы были только что с вами. Потому что там такая шикарная библиотека, хотелось вам бы ее показать. Но только с апреля месяца. Вот так вот. А я обещал вас не бросать. Приходится что-то придумывать постоянно. А еще знаете что? Вот пришла в голову такая мысль, мы сейчас едем с Таней. Я и подумалась, я все время читаю ваши комментарии, так вам нравится Чехия, и вы все уже как бы вместе, как команда одна, все это комментируете. Я подумал бы, а почему бы нам не объединиться, допустим, и не сделать какой-то совместный тур, например, летом или весной, ну, я не знаю, ну, как пример, там, Моравский край, винные погреба, ну, что-нибудь вот такое, знаете, там, на 2-3-4 дня, эх, весело, и взять это организовать, как бы мне, для вас, с хорошим настроением. Как вы думаете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, интересно было бы вам подумать об этом или нет. Если да, то я как-то, может быть, попробую разработать что-то. Ну, собственно говоря, вот на этой торжественной ноте я и хочу с вами попрощаться сегодня. Пока-пока. До новых встреч, друзья.